А это Ташанта, приграничный с Монголией населенный пункт, где располагается таможня, контрольно-пропускной пункт. Здесь же выдаются визы. Говорят, что очень недорого. Погода, значит, скверная, крайне вообще. Крайне скверная. Облака, тучи такие, как будто можно рукой достать. Мы высоко в горах. Вот здесь с одной стороны находится мечеть. С другой стороны строится, как понимаем, православный храм. Вот. И движемся дальше, посмотрим, что там вообще. Вот там уже Монголия. Там Монголия, и мы туда вот сейчас доедем. И до той черты, до которой можно доехать. Спросим, как и что, и обратно вернемся.